я знаю о пришедшем зле, знаю, кто его олицетворяет. Зря Адам и Ева съели это проклятое яблоко. Сатана хотел проявить себя в деле, и ему это удалось. Правосудие Божие не свершилось, и я тому свидетель. Я вижу, как меняется мир, вижу власть, счастье, здоровье. Люди увлечены страстями. В 1995 году страсти эти овладевали людьми тайком, исходя от неведомой силы. В мире становилось все больше счастливых людей. Другие, глядя на них, тоже стали жаждать счастья. В феврале 2000 года скрываться было уже ни к чему. Все увидели новую веру. Да-да, веру, наделяющую своих адептов могуществом, богатством, счастьем сверх всякой меры и долгими веками жизни. Как будто рай на земле уже настал. Нужно лишь принять новую веру, и тогда радости не оставят тебя до самой смерти. Новую веру приняло множество сильных мира сего. В 2002 году новообращенные объявили войну всему миру, чтобы покорить его. Многие государства тогда перешли в новую веру добровольно. Были и те страны, что сопротивлялись, но их быстро покорили одну за другой. Весь мир перешел под единую власть и был поделен на 22 сектора. В каждый из них он послал своих верных наместников. Перед ним склонились все правители Вселенной и признали его власть. Вам не победить. Вам не победить! Здесь твоя вера кончается.